Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Гундик ТВ. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. А сегодня я вам расскажу, как можно получить бесплатные вещи в Roblox, пройдя испытание в одном из плейсов. Этот плейс был открыт в виде эвента много лет назад. Но в нем до сих пор можно получить бесплатные вещи. Называется он Roblox Creator Challenge. И именно сюда мы с вами сейчас и зайдем. Но для начала давайте ознакомимся. В этом плейсе мы сможем получить три значка: Wordsmith, принтер страниц и мастер истории. Но чтобы узнать подробнее, нам нужно зайти в сам плейс, что мы сейчас с вами и сделаем. В этом ивенте нужно будет пройти три челленджа. В каждом челлендже будет по три вопроса, на которые нужно отвечать правильно. Но даже если вы ошибетесь, ничего страшного, вам просто зададут следующий вопрос, и вы можете также на него ответить, правильно или нет. В общем, ошибаться можно, в этом нет ничего страшного. Вопросы сделаны в основном для разработчиков Roblox. Здесь все связано со скриптами, с кодами и со всей прочей атрибутикой. Плюс тут все на английском, ничего не понятно, поэтому разбираться даже в этом не хочу. Просто тыкала рандомно на ответы, когда ошибалась, когда угадывала. Ну, в общем, в целом все понятно. Каждый челлендж состоит из трех вопросов, на которые нужно ответить правильно. Как только отвечаете на любые три вопроса правильно, вам засчитывается и дается бейджик. И дальше у вас в инвентаре появляется первая вещь. Вот мне дали бейджик, я справилась с первым заданием. Открывается второе задание. Нажимаем и также просто методом тыка отвечаем на вопросы. Конечно, если вы имеете отношение к разработчикам и немножко разбираетесь во всем этом, то вам будет проще отвечать. Но даже если вы ошибетесь, ничего страшного. Я ответила на еще один вопрос. Здесь нужно отвечать правда или ложь, я не знаю, методом тыка ошиблась. Сейчас будет следующий вопрос. И, наверное, сейчас я отвечу правильно. Давайте проверим. Да, ответила правильно. И следующий вопрос. Какие-то символы надо использовать. Но обычно используют, по-моему, вот такие вот звездочки. Да, точно. Получаю еще один бейджик. Получила еще один предмет, значит. Да, все отлично. Идем дальше. И последний челлендж, который мы должны пройти, ответив на три вопроса. По-моему, здесь такие же вопросы, как и в первом челлендже. Честно говоря, я не разбираюсь. Не угадала. Давайте нам следующий вопрос. Так, отлично, угадала. Что называется, попала пальцем в небо. Еще раз, отлично. И еще один вопросик. Интересно, угадаю или нет. Даже не знаю, что нажимать. Нет, не угадала, не повезло. Так, опять какие-то символы. Ну, давайте попробуем звездочки. Нет, давайте вот эти стрелочки. Нет, не угадала. Опять эти символы, звездочки. Не то. Ну, не знаю, что мы еще не использовали. Не то, не то. Ладно, другой вопрос дали. И я угадала. Отлично. Получаю третий предмет. Дали еще один бейджик. Все, прошла полностью ивент. Было несложно, ребята. У вас тоже получится. Просто тыкайте, куда вам подскажет ваша интуиция, и вы получите все три бейджика, как и я. А теперь давайте зайдем в мой профиль. И смотрим. Да, у нас появились три бейджика. Мы прошли все задания. Это было несложно. Теперь идем в аватар. Смотрим. У нас появились три вещи. Вот они отображаются. И теперь предлагаю каждую вещь посмотреть в отдельности. Первая вещь — это вот такие крылья. По-моему, они очень классные. Выглядят в виде книжки, из которой разлетаются странички. Давайте посмотрим отдельно, без моего аватарчика. Вот такая классная книжка, вот такие прикольные крылья. Кстати, я их встречала в игре, но не знала, как их получить. Следующая вещь, вот такие вот очки. Что-то связано с материнской платой, визор. Ну, в общем, вот так вот они смотрятся, довольно интересно. Давайте посмотрим их отдельно, рассмотрим получше. По-моему, очень классные очки. И третья, последняя вещь, это вот такой монитор, который одевается, по-моему, вместо вашей головы.
Выглядит он вот так вот оригинально. Сразу почему-то вспомнилась фраза «Не сиди долго за компьютером, будет квадратная голова». Наверное, примерно так это и будет выглядеть. Ну ладно, давайте посмотрим отдельно этот мониторчик. Вот так вот он смотрится. Тоже очень классный. Что ж, ребята, ссылочка на этот челлендж будет под видео. Заходите в него, играйте, получайте бесплатные вещи и носите их с удовольствием. Надеюсь, видео было для вас полезным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и пока-пока!